Всем привет! Меня зовут Артём. Я собрался все-таки с силами и буду писать продолжение прохождения кампании Warcraft 3. Ну, на данный момент Reign of Chaos, в будущем Frozen Throne. Отмазываться больше у меня не получится, так как видеокарту я уже купил, учеба закончилась. Но, конечно, все же не обещаю слишком частые выпуски, потому что у нас на канале и так есть чем заняться, переводов много. А вот как-то так. Закончил я, если честно, даже не помню, о чем я рассказывал в предыдущих частях. Ну, я имею в виду там по лору что-нибудь такое. Поэтому не обессудьте, если я буду повторяться. Вот как-то так. Закончил я на кампаниях Орды. И это была 5-я глава «Охотник тень». Это, грубо говоря, первый раз или какой раз мы там встретились с Кинариусом. Ну, в общем, не писал я Warcraft очень уже долго. Кто смотрел, кому нравится. Я думаю, понравятся и эти выпуски. Я буду стараться что-нибудь рассказывать интересное, если не будет меня сильно геймплей отвлекать. Потому что чем дальше по кампаниям, тем сложнее проходить и, ну, понятно, тяжелее управлять персонажами. Все-таки это, ну, все-таки это стратегия, а не какой-нибудь экшен. Если бы это был экшен, было бы все намного проще. Можно и порассуждать во время того, как, не знаю, там, тело производит бездумное стреляние по головам. Вот, как-то так. Ну что ж, начнем. 5-я глава, «Охотник тень». Немного у меня будет на заднем фоне вентилятор шуметь. Ну, извините, лето. Кто посмел осквернить эту древнюю землю? Кого не страшит гнев Кинариуса и ночных эльфов? Лес ожил и напал на нас! Пусть начнется битва! Да, орки сами не знали, на что нарвались. Ну, давайте по-быстрому. Нужно, нужно быстро развивать базу, пока есть такая возможность. С удовольствием. Вот. На наш город так, напали. Здесь у нас еще одна золотая шахта. Пускай будет. И также нужно всех... Я сердце этой земли. Нужно всех рабочих уводить, потому что... С удовольствием. Не знаю, насколько это возможно быстро. Ну, хотя рабочие, походу, подохнут. Так, здесь кто-то у нас есть. Угу. Так, есть у нас здесь готов ребята. Здесь у нас... На наш город чего напали. Хочешь? Наблюдение. Угу. Ты тоже домой. Их слишком много. Нужно отступить на другой берег. Так, ну вроде все. Не вижу особо движущихся на единиц. Так, ну все, надо по-быстрому строить... наверное, таких ребят. Бугаев. Да, ну, естественно, нужно золото. Которого, я так понимаю, мне будет жестко не хватать в этом. В этой миссии. Вообще, я считаю, одна из самых сложных миссий в компании ночных эльфов, так как вот этот парень с очень сильной атакой. И вообще, по-моему, мне с ним еще придется встречаться. Особо не помню, конечно. Так, я спас аж двух рабочих. Наверное, нужно строить какие-нибудь баррикады. Хотя бы по три вышки с каждой стороны. Чего хочешь? Так, дерево. Да, дерева у меня, конечно, хватает. С деревом без проблем. Нужно золото. Сделаю. А вот золото голяк, и не скоро достроится. Ну ладно. Чего надо, хозяин? Хорошо. Чего хочешь? Если честно, не помню, с какой стороны на меня сперва нападут. Зол Джейн будет отмщен. Но кажется, вот с этой. Все-таки Кинариус здесь. И тут уже и город строят. Здесь уже построили. Зашибись.
Так, ну, да, герой у меня 6 уровня, мастер клинка. Гром Задира, который... Гром Хеллскрим, как его там звали? По-моему, его так звали. Так да. И звали в английской версии. Я сражал вас в прошлом, сокрушу и теперь. Предводитель клана боевых топоров, по-моему, как-то убить. Так. Ну, особо не помню, то есть, как бы... Здесь предводитель клана боевых топоров. На наш город напали. Дело сделано. Так. Все, три дело есть. Сделано. Отлично. А войско. Нужно золото. Улучшение. Так, а что-нибудь построить обязательно. Че надо, на наш город напали. Лесопилка есть. Готов, любитель право. Духов. Вроде тоже есть. Да, есть. А, зверинец есть. Да, по сути, нужно все золото. Есть. Да, все есть. Нужно. Сделаю. Нужно добывать золото и строить оборонительные какие-нибудь вождь укрепления. Так. Кого убить? Да, вождь. Этих мало, ребят. А, да. Угу. Наверное, все-таки будет смысл построить нужно две казармы. Золото. Готов. Звуки какие противные. Воины мои, очистите лес от этих тварей. Я прикрою вас из-за деревьев. Дело сделано. Так, обратно. Надо сделаю. Так, все войско чем сюда. Сволочи, однако, ну тут просто пипец. И с той стороны напали, ну просто жопа какая-то. Верно. Чего жесть. Ага. А, помрите. Что надо, хозяин? Исследование завершено. Нужно золото. И золото, голяк. Да чтоб тебя. Быстрее. Зол Джин будет отмщен. До свидания. Прольется кровь. Так, ну хорошо, я первую волну отбил, но я жестко пострадал в этом плане. Ветра, земли и огня. Как-то мне нужно застраиваться, и, наверное, здесь тоже. Сделаю. Дело сделано. Зол Джин будет отмщен. Так, нужно грейдить метателей. Да. И строить побольше вождь осады. Кого ну, я убить? Потому что не особо нужно активный золото такой игрок. Задира, я чувствую силы тьмы, исходящие из лесной чащи. Может быть, нам удастся с их помощью уничтожить Кинариуса. Нужно золото. Кого убить? Так, ну ближний бой у меня. С ближним боем все в порядке. Гром один из самых сильных милишных... дамаг дилеров, не знаю, можно так сказать, за счет вихря. А вот воздух мне нужно выносить кем-то отдельно. Зол Джин будет отмщен. Так.
Пускай боевые барабаны. Дело нужно золото. Что с вышками? Снизу плохо. Исследование завершено. Так, здесь пятеро. Зол Джин будет отмщен. Чего хочешь? Здесь пятеро. Нормально. Нужно золото. Кого убить? Так, а во Frozen Throne, по-моему, появится улучшение у этих охотников за головами, когда они поднимают себе скорость атаки, так называемый берсерк. А здесь, по-моему, нет. Дело сделано. Дело сделано. Исследование завершено. Так. Знахарей парочку, пускай будет. А у ее лечения это классная штука. Исследование нужно золото. Надеюсь, дерево мне не понадобится. Исследование завершено. Так и сделаю. Ладно. Сделаю. Немного всего попрактиковаться желаете. Надо, уже давно не практиковался в управлении. Хотя и раньше не особо хорошо управлял войсками. Так. Зол Джин будет отмщен. У меня буквально парочка рабочих здесь. И парочка рабочих сюда. Наверное, оставлю на защиту. Ах ты, ё-моё. Дело сделано. Да. Сделаю. Чё надо, хозяин? Зол Джин будет отмщен. Нас атакуют. Дело сделано. Кого убить? Наконец-то. Так, все на месте, все живы, отлично. Сделаю. Что прикажете? Готов. Вам нужна моя помощь. Вождь, знахаря вызывали. Чего желает? Чем могу помочь? О, отлично, есть жажда крови. Ох, обожаю орду за жажду крови. Это просто божественный скилл. Я слышал зов. Достиг-го. Приказ, кого убить? Так, ну и, наверное, ближнего боя каких-то ребят надо. Ну, все-таки... Да. Нужно, ну и катапульты. Золото. Все, ждем. В любом случае, ждем, пока... Вызывали? Пока мне золота достаточно добудут. Понемногу отбиваемся от наступающих орд противников. Хорошо. С удовольствием. Так, денег пока все равно нет. Дело сделано. Хорошо. Кто там? Чего хочешь? Да-да. Окей. Угу. Так, ты будешь патрулировать. С удовольствием. Да, интересная вещь. Если да-да. Отослать рабочего вот так вот патрулировать возле вышек, немножко подальше, чтобы на него не агрились всякие мудаки. Вот. Чё он надо, будет... Он будет спокойненько себе патрулировать и чинить в случае чего вышки. Ну, естественно, его коцать не будут, потому что мы играем против компьютера, а компьютеры тупые. Исследование. Ну, как-то так. Чего хочешь? Да. Ну, вот и все. Как это все происходит? Дело сделано. Вышки разуплотняют, рабочий бегает, чинит. То есть все в порядке. Наконец-то. Немного соберу войско. Сделаю. Чтобы можно было, ну, то есть, наконец-то. Без проблем пойти вынести. Вынести врага. Дело сделано. Нужно золото. Блин, золото. Моя жизнь принадлежит Орде. Кстати, если судить по книге, ну, это последнюю книгу, которую я читал из трилогии «Колодцы Вечности». Вот, там был такой орк, Брон, не, я путаю с «Песнь льда и пламени», если честно, это одна из последних книг, которую я прочитал. Вот, был там орк, который попал в прошлое вместе с Ронином, и... С ним встретился тоже Кинариус. Кинариус сделал ему классный топор в виде
Ну, деревянный топор зачарованный. Я слышал зов. Так, Инарио сделал ему деревянный топор, который нельзя было разрубить ни сталью, ничем. Ну, в общем, очень хороший. Так, два знахаря, два этих. Отлично, какая у нас там кнопка? Д. Да, я все равно забуду, неважно. Вождь приказывает. Так, две катапульты, это в третий отряд пойдет. Три катапульты. Зданий много. Так вот, с помощью этого топора, который я ему склепал... Да-да, чего хочешь. Иди работать. Хочу, чтобы ты работал. С удовольствием. Так, здесь тоже никто не подходит. А, здесь есть кому подходить. С удовольствием. Мне интересно, здесь есть где-нибудь... С удовольствием. Угу. Что надо? Есть где-нибудь еще с золотом? Ну, здесь разве что. Немножко стрёмно уходить. Чего хочешь? Кого убить? Наконец-то. А, ты что, сюда пришел? Офигел? Наконец-то. Что вытворяет? Хорошо. Да-да. Чем могу помочь? Угу. Так, патрулируй. Чего хочешь? Так, наверное, всех... Всех нерабочих рабочих нужно отправить на рубку леса. Мало ли, вдруг закончится. С удовольствием. Куда-нибудь вот, вот сюда. Сюда. Да-да. Здесь все равно... С удовольствием. Ну, в общем, не пройдут никак. Да, вождь. Чего хочешь. Хорошо. Ну все, отлично. Сделаю. Да, вождь. Приказывай. Чем могу служить? Да. Так, ну и понемножку будем захватывать. Не особо. Так. Грейт. А, пофиг, пускай будет. Все вроде прогрейдил. Приказывай. Окей, пойдем воевать. Кого убить? Да. Наконец-то. Если честно, я не особо поддерживаю в этом плане политику Грома. Вождь, сделаю. Потому что он, да, ну, во-первых, он с Альянсом кого посрался. Убить? В самый первый момент, как только они высадились... Чем могу помочь? Ну, с Джайной, в общем, порубились они там немножко. Да. Да, чем могу помочь? Ждем катапульты. Кого убить? Да, вождь. Понял. Сделаю. Да. Наконец-то. Исследование завершено. Красота. Наконец-то. Я, конечно, своих войск здесь тоже потеряю неплохо. Уже потерял. Нормально. Во славу Орды! Нас атакуют на вождь! Демоны поработали на славу. Вы теперь столь же безумны и кровожадны, как и они. Мы орки! И мы свободны! Ах ты сволочь, тут Кинариус! Что бы вы про себя не думали, ваши души ничуть не лучше. Я смогу его убить вообще? Желчи, нет, не смогу. Течет по вашим жилам. Катись ты к дьяволу! Так, ну нафиг его. Если честно, тут просто жесть. Вождь? Что мне нужно сделать? Какие у меня задачи? Источник хаоса. А, понятно. Не одолеть меня. Я... Сердце этой земли. Короче, я пришел, получил по мозгам. Нужна моя помощь. Мудрые слова. Так, хорошо, восстанавливаем войско. Приказываю. Два знахаря.
Два волчьих садника. Да, что-то я тупанул. Так, катапульты у меня есть. Мне нужно вот этих ребят пачка. Мне нужно, наверное, построить... Угу. Еще одну казарму. Да-да. Все, вернешься добывать золото. И, наверное, сбегаю героем на разведку. Смотрю, что там есть. Знахаря вызывай. Зул-джин будет отмщен. Так, может, что-то еще есть разведать? А, ладно, к черту. Кто напал? Много напало. И все в порядке. Сделаю. Я все-таки кого-нибудь я с собой, наверное, возьму. Хотя бы... Там... Вот так. Чем могу вот так. Чем могу помочь? Вот так. Будет нормально. Дело сделано. Приступаю. Да. Так, я что-то совсем забыл про обычных мобов. Ну да ладно. Сделаю. Наконец-то. Будет отмщен. Да. Приказ. Вождь. Сделаю. Наконец-то. Так что у нас здесь? Сделаю. Исследование завершено. Так, и тележку надо с собой одну взять. Зул-джин будет отмщен. Кого убить? Потому что здесь блок. Не тот, который писатель, но тоже неприятно. Так, кстати, там что-то творится. Все гуд. Пока герои не приходят, пока все в порядке. Наверное, я рискну и построю еще второй уровень. Второй уровень вышек. Сделаю. Да-да. Зул-джин будет отмщен. Вот так. Alt. Так, Shift сюда. Хорошо. Shift сюда. Все, отлично. Здесь то же самое. Исследование завершено. Да-да. Хорошо. Shift сюда. Сделаю. Shift Хорошо. Сюда. Есть. А здесь особо прохода нет, но не факт, что ко мне никто не будет приходить, когда я разобью здесь лес. Вождь. Так. Угу. Ну ладно, построю еще парочку вышек, особо терять да, нечего. Да-да. Ну и здесь. Думаю, чего кто-то ко мне прилетит. Сделай. Дело сделано. С удовольствием. Кого? Дело сделано. Черт. Может, наконец-то. Достигну. Сделаю. Все замечательно, можно даже постоять похилиться. Дух-целитель, классная штука. Что меня коцает? Это он меня изнутри коцает? Ха-ха. Не понял. Дело сделано. Интересно. Никогда такого не видел. Дело сделано. Так, будет смысл свиток Возвращения Вождь, купить, потому что сделано. Мы будем достаточно далеко наконец-то. От нашего дело войска. Сделано. Кого убить?
Так, я помню даже горячую клавишу. Вождь, и мне жить. Сделаю. Трусливый глупец. Ты... Кого убить? Так, а мне тут чем со всей помочь? Вероятностью могут и навалять. Так, а ну пошел в пень. Да. Наконец-то. Вождь. И мне жить. Так, у меня уничтожили одну вышку. Одну тачанку. Дело сделано. Надо восстановить. Так. Дело сделано. Что у нас здесь? Так, окей. С войском все в порядке. По крайней мере, будет с чем выходить. Кого убить? Да. Ага. И мне жить. Знахаря называть. Вождь. Наконец-то. Да. Хотя, если честно, мне казалось, что это будет посложнее. Да. Сделаю. Оно да. В плане отбиваться от эльфов, там сделаю. Все дела. Да. Вождь. Дело сделано. Кого убить? Дело и мне сделано. Жить. Приказываю. Знахаря называют. Вождь. Отлично, да. Портал. Кого убить? Хожу-ка я героем туда сам. Наконец-то. Ах ты черт. Сделаю. Да. Сделаю. Да, все-таки сюда покрупнее войска надо приводить. Я что-то не ожидал, если честно, таких... Наконец-то. Таких засад. Трусливый глупец. Должен будет отмещен. Так, есть, хорошо. Этих два. Я слышал зов жена. Этих два. Да, вождь. Так, этих два. Кого убить? Кого убить? Все, есть. Так, ребят, сюда. Сделаю. Сбор в указанной точке. Да. Жду, пока это все приедет ко мне благодаря катапульте, которая еле тащится. Так, что у нас здесь? Здесь у нас проход куда-то вот сюда. Вот я догадываюсь, здесь и будет источник темной силы, о которой говорил знахарь. Ага, они еще и проехать не могут. Так, может, я рассказывал об этой кнопке? На наш город напали. Ой-ой-ой, это плохо. Это очень плохо. Наверное, надо по катапульте поставить, потому что вот эта сволочь, до нее вышки не достают. Я как-то об этом тоже совсем забыл. Печаль печальная. Чё надо, хозяин? Да. Сделаю. Понял, проступок. Нету людских вышек осадных. Они, по-моему, до катапульт достают. Так, окей, войско есть. Кодой, правда, еле живой. Наконец-то. Все, можно ломиться. Да. Наконец-то.
тормоза. Кого убить? Чем могу помочь? Сделаю. Наконец-то. Так, ну что, ждем заставочку. Сделаю. Наконец-то. Сделаю. Куда пойдем? Вождь. Немедленно. Наш город напали. Кого убить? Наконец-то. Да. Так. Кого убить? Отлично, 7-й уровень. 8-й. Как это я за один... За одну миссию получил 2 уровня? Что-то странное. Сделаю. Я потерял... Моя жизнь принадлежит... Наконец-то. Одного лучника. Босс? Как раз постою, похиляюсь. Да. Да-да. Нас атакуют. Кого убить? Все? Да. Наконец-то. Следующие миссии будут очень веселые, потому что это будут миссии эльфов. Ну, естественно, они последние, и они будут самые сложные. То есть вот где-то так. Сделаю. Да. Наконец-то. Да. Наконец-то. Сделаю. Наконец-то. Вот он, источник тех самых сил, о которых я говорил. Вонючие орки. Мы служим огненным повелителям и охраняем этот источник. Мы недостойны испить его черных вод. Плевал я, как и кому вы служите. Прочь с дороги! Может, сделаю некуда класть. Ну вот как-то так. Так, и чтобы не возвращаться... Наконец-то! Что происходит? Источник излучает огромную силу, но я чувствую в ней зловоние. Это проклятие демонов! Я уже проклят! Если для победы над Кинариусом мне нужно выпить этой воды, я ее выпью! Нет! Это перечеркнет все, чему учил нас вождь. Нельзя допускать, чтобы безумие и ярости вновь захлестнуло нас. Нет, воин! Мы должны слиться с ним, как никогда раньше. Мы должны переполниться разрушением, как и было предначертано. Да! Я вновь ощущаю в себе силу! Ко мне, мои воины! Отпейте из темного источника и возродитесь! Итак, мы получили атаку хаоса. Мы получили переделанных наших воинов. И Кинариус... В общем, Кинариус получит по башке. Это я гарантирую. Сделаю. Да. Так, можно возвращаться домой с помощью свитка. Сделаю. И очень классные ребята есть. Темные колдуны. И, между прочим, у меня их мало. Кого убить? У них есть такая вот огненная стрела, которая оглушает. И стоит она 75 маны. Эти твари изрядно нас потрепали, а их полубог до сих пор прячется в лесу. Как же мы справимся с ним? Ты дурак, да еще и трус! Непобедимых не бывает. Хочешь остаться в живых? Тогда этот Кинариус должен сдохнуть! Ну, яростный какой. Кого убить?
Так, хорошо. Значит, Shift 1. Слушай, у них у всех атака хаоса, ни хрена себе. Чего прикажешь? Ага, неплохо. Сделаю. Да, вождь. Ctrl 3. Во славу Орды. В общем, буду я его оглушать. Чего посмотрим. Хозяин? Кого убить? Что прикажете? Чего? Чего прикажешь? Что прикажете? Хозяин? Табу. Куда пойдем? Чего прикажете? Что прикажете? Вождь. Так, как-то так. Ctrl 1. Ты тележка, тоже Shift 1. Ты тележка. Катайся, пофиг. Я все равно сюда и пойду. Так, два. Куда пойдем? Да. Вождь, чего прикажешь? Хозяин? Да, вождь. Чем могу служить? Shift 2. Чего желаете? Чем могу служить? Да. Так, ну все, и дальше по моей... по моей фирменной тактике. Ломимся вперед и все под атаку. Приказывай. Кого убить? Что у нас здесь? Да. Чем могу служить? Кого убить? Наконец-то! Вам нужна моя помощь. Так, отлично, нужно выловить Кинариус. И просто ему навалять, я так понимаю, да? Убейте Кинариуса. Все очень просто. Потусовался он где-то здесь. Чего желаете? Чем могу помочь? Вождь? Сейчас он где-то вылезет. Да где ты, парниш? Кинариуса не видно. Понятно, где-то тусуется в другом месте. Наконец-то. Он, походу, патрулирует. Что-то мне так подсказывает. Сделаю. Да. Так, войско здесь. Да. Пошлю-ка я на разведку, наверное. Вот. Да, его целиком сделаю. Пошлю. Да. Сделаю. Да. Наконец-то. Сделаю. Да. Сделаю. Да. Где ты, Кинариус? Наконец-то. Сделаю. Да. Сделаю. Вот жесть. Да. Сделаю. Наконец-то. Да. Наконец-то. Здесь на круге его нет. Ладно, вернемся сюда. Сделаю. Самое приятное в этом все то, что даже если у меня закончится действие этого заклинания, очень запросто его восстановить, да. Но моментально воскрешается. Скоро иссякнет. Так, где ты, парень? Что это такое? Ну ладно, сделаю. Понемножку выпросу. Желаю. Вырежу все города, там посмотрим. Вам нужна моя помощь. Кого убить? Чем могу служить? Чем могу помочь? Сделаю. Наконец-то. Вам нужна моя помощь? То есть ты кого убить? Я слышал зов. Что прикажете? Приказ. Чего желаете? Нас атакует. Кого убить? Да.
Да что за жесть? Кого убить? Сделаю. Наконец-то. Слушай, задолбали. Умрите. Наконец-то. Приказываю. Нас атакует. Сделаю. А вот и Кинариус. Отлично. Я сейчас постою в корнях, потом сдохну к чертям. Ладно, тулим в город. По-моему, у меня эта штука одна. Ладно. Дубль 2. Надеюсь, он ко мне в гости не придет. На наш город напали. Чего прикажешь? Нас атакуют. Вождь? Наконец-то. Чего прикажешь? Кого убить? Вождь? Чего прикажешь? Нас атакуют. Табу. Хозяин? Кого убить? Золотой рудник обрушился. Хозяин? Вождь? Так. А мне вот эти ребята надо. В большом количестве. Потому что Кинариуса желательно глушить постоянно. Сделано. Так, ну и, наверное, охотника, охотников, вот этих вот, надо как-то справляться с воздушными целями, потому что у эльфов их дико много. Взываю к силам ветра, земли и огня. Катапульт парочка. Взываю к силам ветра, земли и огня. Хотя, наверное, катапульты это уже лишнее. Кого сделаю. Гляну, где там Кинариус. Взываю к силам ветра, земли и огня. Взываю к силам ветра, земли и огня. О, отлично. Волчья тропа ждет. И куда вы там собираетесь? Ясно. Да. А вот и Кинариус. Наконец-то. Вижу тебя, сволота. Может, как-то его отманить? Наконец-то. Сделаю. Да. Наконец-то. Вождь, сделаю. Ждет. Да. Иди сюда. Ага. Неожиданно. Сделаю. К силам ветра, земли и огня. Вождь, кого убить? Чего прикажешь? Да, выступаю. Вождь, взываю к силам ветра, земли. Мудрые слова. Взываю к силам ветра, земли и огня. Пускай последняя пачка докастуется. Так, и меня уже припарила эта миссия, если честно. Не особо интересные, и... Ну, не знаю, можно было бы что-то рассказать. А! Я вспомнил один интересный момент. В общем, может быть, во время выпуска вот этих вот серий Warcraft 3, может быть, буду выпускать также
ознакомление. Не знаю, буду летать там по Варкрафту, по Вову в смысле. Залетать во всякие интересные локации или подземелья, читать историю там про каких-то определенных персонажей. Я думаю, это будет интересно. Вот. И если у вас есть какие-то тоже предложения или там пожелания, то я бы не против их услышать. Чего? Кого убить? Так, взываю к силам ветра, земли и огня. Что нужно? Так, отлично. Кого убить? Войско уже немерено. Вождь, приказывай. Взываю чем могу помочь? Ветра, земли и огня. Приказывай. Да. Чем могу приказывай? Помочь? Вождь. Мудрые слова. Кого убить? Отлично, волки еще есть. Так, пустая база. На наш город напали. Что у нас там? Две катапульты. Че надо, хозяин? С удовольствием. Да, дождь. Так, ну что ж, да. Побежали. Да, вождь. Да. Нас атакуют. Не проблема. Приступаю. Чем могу помочь? Вождь, кого убить? Только скажи. Так, вперед. F, блин, где там? Сюда. Нас атакуют. Приказываю. Во славу Орды. Мудрые слова. Понял. Славу Орды! Стоять. Мудрые слова. Все. Полубог повержен. Боевые топоры победили! Ничего особо сложного, но пришлось помучиться немножко. Меня там так уничтожает. Вот мы и встретились вновь, Гром. Монорох! Быть того не может. Я пришел, чтобы собрать тебя и твою братью. Вы не оправдали наших ожиданий в прошлом. И теперь вам придется послужить Пылающему Легиону еще раз. Нет, мы свободны! Жалкое дурачье. Я ярость, клокочущая в вашей крови. Я ненависть, объявшая ваши мысли. Я один даю вам право принести хаос в этот мир. И клянусь бесконечной пустотой, вы сделаете это. А самое интересное, что кровь в этом источнике была именно от него, от Монороха. Так, потратил аж 47 минут, долго, но, ну, надеюсь, было интересно. Следующую часть я буду проходить, наверное, что-то прочитаю поинтереснее, чтобы можно было что-то рассказать. Но, знаете, я возвращаюсь в большой бизнес, как говорится. Я буду продолжать делать выпуски Warcraft 3, прохождение, и в будущем, когда закончится Warcraft, ну, это, конечно, будет не совсем в ближайшем будущем, я собираюсь вести такие рубрики, как просто история Варкрафта, может быть, похоже чем-то на историю Рунтеры, и что-нибудь из Вова. Может, это будет... Ну, никаких PvE, PvP там роликов не будет, особо безмозглого чего-нибудь такого. Я имею в виду лор, то
То есть основной упор — это именно история. Ну что ж, всем спасибо за просмотр, кто смотрел, кому понравилось. Ставьте лайки, кому понравилось, да. И оставайтесь с нами, в принципе, следите за нашим каналом, за... Ну, то есть, кому интересно, можете посмотреть. У нас очень много разных, разных рубрик. В общем, занимаемся мы много чем, скажем так. К чему руки доходят, тем и занимаемся. Все, спасибо, всем пока.